Охранник передает, что с такого участка человек уехал. Приходят, обрезают. Кто и за что лишает электричества членов СНТ «Звезда»? В Ногинском районе Подмосковья больше 500 домов в местном садоводческом товариществе отключили от электроснабжения. Причиной стал отказ жителей покупать по завышенной цене счетчики у председателя правления. Люди вынуждены пользоваться генераторами и дровяными печками. На чьей стороне закон, разбиралась Анастасия Полукеева. Охранник передает, что с такого участка человек уехал. Приходят, обрезают. Вот. 28 сентября было решение суда восстановить электроснабжение на земельном участке в течение 3 рабочих дней. Сейчас май месяц. Как вы видите, 21 год. Провода болтаются. Колют дрова, заправляют генератор. Второй год Виктор с семьей живут без электричества. Это генератор, это бензин, это запах. Мы уезжаем с Москвы сюда, чтобы дышать свежим воздухом. А мы дышим дальше также бензином. От света отключили более 500 садоводов в СНТ «Звезда» Ногинского района. Жители не захотели оплачивать систему учета энергии, навязанные председателем. Все, кто не оплатили, это Аскуя, в 532 участка из 1013 были отключены от электричества. Установка приборов в Аскуе осуществлялась без присутствия собственников, тайком, без предоставления каких-либо документов. Вот эта небольшая коробочка и есть Аскуя. За нее правление назначает цену от 8 до 30 тысяч рублей. При этом в интернете средняя стоимость прибора меньше 4. Но купить счетчик самостоятельно нельзя. Если система будет не председательская, придут исправления и обрежут провода. Прилетает группа исправления из 5 человек. Просто буквально такая атака дикая совершенно. Они срывают этот прибор со столба. Некоторым не отключают электричество полностью, а подают его по минимуму. Для всех достаточно 7-15 киловатт. Для меня, как не уплативший за прибор Аскую, СНТ может выделить только 0,5-0,7 киловатт. То есть работает холодильник и лампочка. В приемные часы председателя на месте его не оказывается. Есть его заместитель. Почему жители от электроэнергии отключают? Потому что мы так решили. Что всех значит вы решили? Систем, есть закон России. Общее собрание. Как бы нас ни называли, мы как раз и соблюдаем закон. У юристов к такому соблюдению закона масса вопросов. Навязывать определенные товары или услуги запрещено. Ограничивать подачу электроэнергии в частном порядке тоже незаконно. Как и полностью ее прекращать. Имеются признаки самоуправства. Гражданам нужно обратиться в органы прокуратуры, потому что именно органы общего надзора имеют право провести проверку. После отъезда нашей съемочной группы причин для обращения в правоохранительные органы у садоводов стало еще больше. На жителей напали. После отъезда телевидения на нас напала группа людей, вооруженные металлическими предметами. Я думаю, что это организовал кальян, который неоднократно угрожал. Летом в товариществе пройдут выборы нового председателя, но жители надеются, что спастись от команды управленцев смогут еще раньше, сразу после обращения в прокуратуру, суд и антимонопольную службу. Анастасия Полукеева, Андрей Лапидус, Дмитрий Шестухин и Екатерина Балашова. Вести.